Всем привет, с вами Акампон. Сегодня я буду записывать гайд по моду CMDK. Сегодня я расскажу и сделаю гайд над этим модом. А вы сейчас ставите лайк, подписку и колокольчик, ведь нам надо набрать 2000 подписчиков. Ладно, давайте, собственно, будем начинать. Как бы мне надо рассказать вам об этом моде. Так. Чтобы наклонить влево, нам нужно нажать кнопку M русскую. А если вы хотите направо, то T русскую. Если вы хотите восстановить, то I русская. Если вы хотите приблизить, то на P русскую. Нажимайте приблизить. Если вы хотите восстановить, то нажимайте букву R. Чтобы, собственно, восстановить. А если вы хотите, чтобы отдалиться, то буква О. Сейчас вот таблица перед вами, и здесь все написано. Ладно, а как же нам снимать самого себя? Сегодня я вам это расскажу и сделаю об этом гайд. Как бы про это я и записываю. Ладно, давайте, собственно, будем начинать об этом. Перед этим мы должны что сделать? Мы должны написать вторая точка, третья точка и четвертая. Это на букву П. И пишем слэш кэм аутсуд. И оно, типа, делается с помощью, ну, типа, это. Простите. Это было дефолт. А если мы поставим вот такой режим, собственно, отсюда, то оно будет снимать не от нас. И вот. И, собственно, с помощью этого мы смогли это сделать. То есть, она нас снимает, больше никого оно не делает. Никого не снимает. Только одного меня, потому что где я поставил точки, оно меня и снимает. Если какие-то ребята у вас вопросы, то пишите в комментариях. Для этого я вам и показываю гайд. Если что, в ссылке в описании будет мод. Так, ну все, мы это сделали. Покажу вам. И есть такое типа штука. Сейчас CMD Clear. Все, не очистил. И сейчас, допустим, сейчас я вам еще одну штуку покажу, которая может это сделать. Вот, допустим, вы хотите снимать какой-то предмет. Сначала назначаем точки с помощью P. Pen. Ну, это Z английское. Так, и пишем cam target. И все. И не выбирайте ничего. И нажимайте правой кнопкой мыши по этому. И оно снимает только теперь цветок. Именно так оно и работает. Поэтому... Именно работает. И ладно. Именно, собственно, еще есть такой режим self. Я, конечно, еще не знаю, как оно работает. Target self. Я, конечно, не знаю, как оно работает, но вообще, конечно же, для меня, конечно, непонятно, но я, конечно, головой даже двигать не могу. Ничего, короче, делать с собой не могу. И, ну, именно вот так. Ладно, ребята, если вам понравилось такое видео, советую поставить лайк, подписку, колокольчик, ведь мы стремимся к 2000 подписчиков. Если мы добьем, то я буду очень рад. Если вы хотите, чтобы я снимал еще про Really World, то советую ставить лайк. Вообще-то не Really World, а гайд. Простите за ошибку. Подписку и колокольчик. Хотите еще гайд? Ставьте 10 лайков и 10 комментариев. И 2000 просмотров. Ладно, всем удачи, всем пока, и вот так вот. Ладно, всем удачи, всем!